Одинцовские единороссы в рамках проекта «Безопасные дороги» проверили ход благоустройства территории у железнодорожной станции «Лесной городок». В инспекции также приняли участие представители администрации округа, управления дорожного хозяйства и капитального строительства и подрядной организации. На объекте задействовано 20 человек и 17 единиц техники. Работы завершены уже на 90%. Закончен ремонт Салмановского проезда, уложена вся плитка на тротуаре, обустроена перехватывающая парковка на 100 машиномест. Сейчас приводится в порядок прилегающая территория. А параллельно идет обновление самой железнодорожной станции.